Ансамбль народного танца «Овация» Биробиджанского колледжа культуры и искусств занял первые места на всероссийском и международном конкурсах «Таланты России», которые прошли в дистанционном режиме. Коллектив собрал видеозаписи своих лучших выступлений, которые жюри конкурса признало лучшими. Пришло положение, очень часто приходит положение дистанционных конкурсов на почту. Ну и решили принять участие, попробовать свои силы. Конкурс называется «Таланты России». Результаты, конечно, были очень хорошие. Лауреаты первой степени за 5 номеров во всероссийском и лауреаты первой степени за 5 номеров в международном. Мы были крайне удивлены, очень нас это, конечно, поразило. Все участники ансамбля тоже дистанционно порадовались.